Камера, мотор. Спартак Мишулин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Спартак Васильевич, для поклонников, и мы все поклонники фильма «Белое солнце пустыни», можете что-то вспомнить из реплики Саида? Ну, то, что народ придумал, я могу вспомнить. Он говорит: «Саид, почему у тебя седло мокрое? Стреляли». Поблагодарим вас. Спасибо. Всего вам удачи.